Ну, наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Дай угадаю, ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Не волнуйся. Император наверняка найдет тебе какое-нибудь занятие. Перестань острить и слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно. Потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. И ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту, ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгыре? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится, так или иначе. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Я доберусь.